Ну что ж, здравствуйте. Меня зовут Павел Бегичев, как вам уже сказали. Надо, наверное, пару слов сказать о том, кто я такой. Я живу в Москве. Живу недолго, я нормальный, в том смысле, что я не родился в Москве. Я переехал туда из Самары, а в Самару еще до этого переехал из Тольятти. Такая Сложная история. А, уверовал я в 1992 году, то есть не так давно, я не из семьи христиан, а, ну, уверовал, наверное, на той волне, которая называется Великим постсоветским пробуждением а, в, на территории бывшего Советского Союза. А, было очень интересное время тогда. Я покаялся в консервативной баптистской церкви, будучи кипе с длинными волосами, человеком, который, ну, которого сложно было засунуть в какие-то рамки. И вообще это было очень интересно, конечно. Вот в те времена уверовать в такой консервативной обстановке. Как-то выковывал Господь мой христианский характер. Проповедовать я начал довольно рано, я нарушил все баптистские каноны, я начал проповедовать еще не будучи крещенным. Некоторые церкви допускали такое, вот. И мне повезло, можно сказать. Я окончил музыкальное училище, поэтому по светскому своему образованию я дирижер оркестра. Преподаватель музыки и артист-оркестра. А потом я почувствовал, что Бог призывает меня на служение. И в 1996 году я уехал из своего родного города Тольятти в Самару учиться в библейскую школу. Это было мое первое образование. Ее я закончил, женился в Самаре, там и остался. Потом были еще разные христианские учебные заведения. В общей сложности их закончил пять штук. Сейчас магистр богословия. Преподаю в Московской богословской семинарии. Я профессор гомилетики и риторики в этой семинарии. Кроме того, обла область моих, так сказать, богословских предпочтений, это, конечно, Новый Завет. По ивриту у меня в семинарии была четверка, но это по большой благодати. Я иврит уже почти не помню. А Вот, скажем так, греческий я стараюсь не забывать, и поэтому Новый Завет остается в сфере моих интересов. И, конечно же, поскольку я преподаватель гомилетики, в основном э, меня интересует вот этот вот стык изучения книг Нового Завета. С церковным учением, с церковной проповедью. Потому что я уверен на 100%, что богословие, настоящее богословие рождается не в кабинетах и не в ученых головах, оно рождается прежде всего на церковной кафедре. И богослов в кабинете может что угодно придумать, написать сотни книг, но по-настоящему церковное богословие оно воспринимается людьми именно с кафедры. У нас сегодня будет с вами не столько академический курс по посланию к Ефесянам. Поэтому, ну, кстати, надо сразу договориться о том, что ударение я буду ставить именно так. Это будет послание к Ефесянам, а не к Ефесинам. Об этом много спорят. У меня есть, так сказать, аргументы в пользу такого ударения. На самом деле правила в русском языке нет, насколько мне известно единственным критерием истины служит э, традиция. А если вы откроете старославянскую Библию, то вы увидите, что там стоит ударение посланник Ефесеям и Колосаям, кстати, там написано. Да, поэтому Ефесяне и Колосяне. Будем так произносить. Это не академический курс, это скорее цикл проповедей. И э, поэтому... Не ждите каких-то там углубленных, очень какой-то углубленной информации, хотя мы можем глубоко копнуть какие-то тексты, если вам э, надо. Ну, вы знаете одно из основных, так сказать, правил проповедника. То есть проповедник должен знать предмет свой очень глубоко, ну, а на публику выдавать, конечно, не все то, что он знает. Хорошие экзигезы... Для проповедника это как нижнее белье. Она всегда есть, но ее никогда в проповеди не видно. Поэтому, если кому-то надо будет так вот глубоко копнуть, углубиться, углубимся, задавайте вопросы. Меня можно перебивать э -э, вполне свободно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.